Навигация для маломерных судов открыта в центральной части республики, в том числе и в Якутске. Таким образом, на сегодняшний день лодки можно спускать в 25 улусах Якутии. Между тем, на реках Колыма, Индигир, Каяны и Оленек до сих пор идет ледоход. На этих реках и на территории Булунского улуса навигация откроется только после полной очистки русел рек ото льда. Что касается нововведения этого года, то основной можно назвать процедуру регистрации. Теперь она будет проходить по адресу прописки собственника судна, а не по месту локации. Также изменения коснулись регистрационных номеров. Маломерок с этого года вместо 7 знаков они будут состоять из 11 с условием обязательного нанесения триколора России. То, что было ранее зарегистрировано и выдано, закон обратной силы не имеет. Поэтому нововведение касательно вновь зарегистрированных судов. Судоводителям маломерных судов необходимо при себе иметь судоводительские и регистрационные документы, наличие спасательных средств не только обязательно, а жизненно необходимо. Причем при движении спасательные жилеты должны быть надеты как на судоводителей, так и на пассажирах. Поэтому строгое и неукоснительное соблюдение правил – залог безопасности.